Ни много, ни мало, но вот уже 35 лет жители Развилки, не выезжая из поселка, имеют возможность посещать библиотеку. Здесь собрано более 16 тысяч изданий для людей всех возрастов. И несмотря на маленькую площадь и небольшой коллектив, сотрудники Развилковской библиотеки всегда стараются дарить своим читателям удовольствие от посещения учреждения. Я часто посещаю библиотеку, но иногда-то я прихожу с бабушкой сюда брать книжки. И их читаю. Мне тут очень нравятся книжки хорошие. Но сегодня эти дети пришли в библиотеку не для того, чтобы взять новую книгу. Они почетные гости мероприятия, посвященного 35-летию заведения. Вместе с друзьями ребята вышли на сцену, чтобы прочитать стихи о родной библиотеке. Книга символ наш святой и помощник наш умелый. В библиотеке для ребят на полку книги расставят. Бери, читай, много знай, но книгу В этот день на сцену выходило еще много гостей, настоящих друзей Развилковской библиотеки. Я вас хочу всех поздравить, всех, кто здесь присутствует, чтобы мы сегодня такое торжественное событие поселка отмечаем. Мы даже сами не знаем, насколько оно важно для нашего поселка, потому что оно прежде всего поднимает наших детей. Они в первую очередь сюда ходят. А это значит будущее. Собрать такое количество людей стало возможным благодаря реконструкции территории. В преддверии праздника здесь прошел ремонт и появилось дополнительное помещение, где теперь располагается актовый зал. Он уже используется для проведения различных мероприятий, а в будущем его планируют превратить в полноценный досуговый центр. Мы сделали тоже подарок от администрации, выделили помещение дополнительное и, соответственно, средства на его ремонт. Ремонт видно налицо, но у нас еще остаются здесь незаконченные вопросы по библиотеке. Это входная группа. Я думаю, что мы по возможности постараемся и это сделать в ближайшей перспективе. В Развилковской библиотеке трудятся всего 2 человека. Казалось бы, мало, чтобы обслужить теперь уже не только читательский зал, а целый досуговый центр. Но каждый работник учреждения – профессионал своего дела. Поэтому библиотека постоянно развивается и является одной из лучших в Ленинском районе. Главное – любить людей. Не всегда люди приходят просто за книгами, просто на мероприятия. Очень часто приходят люди просто поговорить, пообщаться. Особенно это дети. К сожалению, им не хватает внимания в современном мире. И, конечно, граждане пожилого возраста, которые тоже требуют к себе особого внимания и, конечно, нехватка общения. Мы стараемся все это восполнить, насколько это возможно. У сотрудника библиотеки еще много задумок и планов. В первую очередь закончить оформление актового зала, оборудовать его столами-трансформерами, телевизором, проектором и игровой приставкой, чтобы проводить здесь встречи и мастер-классы, собирая жителей поселка разных возрастов. Ну а 35, как не раз произносилось на празднике, только начало. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.